в управлении нашей фирмы, только в Хайфе, есть более 1000 квартир. Какие варианты инвестиций есть недвижимость в Хайфе? Да, ребят, сегодня мы поговорим о квартирах в ценовом сегменте от 600 до 800 тысяч, которые покупают Машким, это инвесторы, для того, чтобы их сдавать, получать какой-то, ну, хороший, хотелось бы, конечно, годовой процент. Один из таких вариантов вы посмотрите, квартира, это в районе сейчас на Шуке, такая квартира стоит в районе 700-750, да, после ремонтов ее можно хорошо сдавать, кого интересуют цифры конкретные, проценты, звоните, я вам расскажу, в закрепе в комментариях будет мой номер телефона. Ну а какая квартира была до этого, конечно, я вам не покажу, но покажу, какой ремонт вырисовывается уже по этой квартире. Если вам нужна квартира на аренду, тоже можете обращаться. Такого формата квартиры у нас есть постоянно, потому что в управлении нашей фирмы только в Хайфе есть более 1000 квартир, поэтому у нас всегда есть выбор, как по бюджетнее, так и по новее, немножко подороже квартир. Опять же, все это бюджетный сегмент для 1-2 человек. На год, на два, на сколько захотите, полностью мебелированные квартиры со всей необходимой техникой. Смотрите этот вариант.